Ребята, если вы хотите, чтобы сегодня вышла вторая серия, то есть две серии за один день, все, что от вас требуется, это просто поставить лайк. То есть, если мы набираем на этой серии 500 лайков, то сегодня выходит еще одна серия. Получается, что две серии. Выйдет она или нет, зависит от вас. И зависит от вас еще то, сколько серий выйдет в один день. Всем приятного просмотра! Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, мы продолжаем играть в Minecraft Монопиксельмон, и добро пожаловать в наш пятый сезон в 37-ю, вроде по счету, серию, вообще никак это не могу запомнить, какая у нас там серия по счету идет. Так, ладно, что я обещал сделать в этой серии? Во-первых, точно! Сначала мы не будем идти добывать, как это называется вообще, нафиг? Глину, да, чтобы сделать печки. Вот сначала смотрите, что я хочу вам показать. Только выключить шейдеры, потому что тут уже прям адские лаги в музее. Я сделал отдельный стенд для Иви, потому что были такие возмущения. То есть, знаете, одна подписчица мне написала. То есть, Эдисон, ты меня очень разочаровал, потому что ты не сделал для Иви отдельный стенд. А я вообще такой удивился, ни хрена себе. То есть у нас есть отдельный стенд для фосил покемонов. Кстати, вот, я уже добавил Кабутопса. Вот он. У нас есть отдельный стенд для фосил покемонов. Потом у нас будет отдельный стенд для легендарных покемонов. А почему? То есть почему я должен делать стенд для Иви? Это какой-то особенный покемон. Но, в принципе, я потом подумал и все-таки решил сделать, потому что многие люди прям боготворят Иви, для них Иви это все. То есть для девушек нравится Иви, потому что она няшная. Парни, в принципе, тоже любят Иви, и в этом ничего нету такого, потому что я, в принципе, тоже люблю Иви, и то, что у нее самая большая эволюция, и этим она и крутая. То есть тут у нас Иви, тут будут все эволюции вот так по порядку. То есть я над этим тоже недолго парился, чтобы, знаете, много времени не заняло, потому что я как раз в тот момент достраивал наш музей. В принципе, тут все будут Иви, там Эспион, Амбрион, Желтион, Вапорион, Флореон, Лифион. Извиняюсь, если еще кого-то забыл, но все же. В этой серии, я не знаю, будем ли мы кого-то добавлять, потому что, в принципе, новых покемонов у нас нету, чтобы добавлять, и новых эволюций у нас тоже нету. Поэтому я пока что извиняюсь, пока что я еще никого не буду добавлять, но зато я уже знаю, что нужно сделать Маркрова шайни, да? Опа. Знаете что? Так, давайте тогда еще Маркров. Вот так. Он вроде да. Так, секунду, ребята. Тогда давайте добавим еще одного человека, который у нас там идет по счету. По счету у нас идет это Кирсти Торп. Как-то вот так, я скопировал, то есть вот так. Ребята, не забываем то, что через пару серий у нас же очистка музея идет. Поэтому, ребята, смотрите, те, кто... Опа. Мяут, да? То есть те, кто комментировал меньше, чем 3 серии... Нет, точнее... Да твою мать, почему я отошел? Да нахрен эта система, твою мать. Раньше как было, например, вот покемон виден на карте, да, если ты даже отлетал на 5 километров, ты мог увернуться, и он там все-таки стоял. А если вот сейчас виден на карте, да, вот, а мы отлетели на какое-то расстояние, что он пропадает с видимости на карте, вот, мы возвращаемся, его уже там нету. Ох, ну да ладно, пофиг. Глассион, пожалуйста, давай еще один уровень ты эволюционируешь, чтобы тебе выложить в компьютер. Вряд ли ты, в принципе, это сделаешь. Да не нужно мне менять покемона. Да, вряд ли она это сделает. А знаете что? Знаете что? У меня есть еще один план. Еще один план. Окей, я вылечил, потому что, в принципе, сейчас я не хочу терять время. Так, вот, сначала план это вот это. Добыть глину, потому что она нам нужна для печек, да? Как я уже ранее сказал. Так. Быстренько мы это, ребят, добудем. И знаете что? Если за ночь мы успеем эволюционировать Глассиона... Не эволюционировать, а прокачать к... какому? 35 уровню, да? То, знаете что? Я сразу возьму, знаете, какого покемона? Я возьму покемона, который, в принципе, меня уже давно просили. Это Маркров. И я его эволюционирую. А, в принципе, сейчас он у нас уже даже шайни. Я его эволюционирую, и поэтому сразу поставлю ее вторую эволюцию в музей. Мне кажется, многие этого хотят.
Хотят. Может как-то вот так, что-то я... Опа. А вот так еще быстрее, да? Так, ну, в принципе, ребят, это уже быстренько. Я там вырезаю, потому что, в принципе, это часть выживания. И это, в принципе, тоже нужно делать. Так, ну все. Сейчас, вот сейчас мы уже можем идти домой. Сейчас мы уже можем идти на ту. А как там? На ту. Поке спаун на ту. А ну, знаете, просто я еще хочу посмотреть, какие у нас там координаты джунглей, потому что ТП... Вот! Прям перед нами нафиг заспавнилась. Или заспавнился, как его знает. Он на деревьях спавнится, потому что я помню какого-то покемона. Нату. Вот. Где ты, Нату, Каламату? Ну давайте сначала Басяндру запинаем. Верлипед. Где он? Я, кстати, ребята, случайно убил Шайни и Виннипеда. Прям случайно, действительно. Я его нашел вне серии, я его случайно убил. А, твою мать. Ну да ладно. Нату, давай. Еще если тебя сейчас ловим, то и тебя добавим в музей. Отлично, ребята. Новый покемончик. Надеюсь, вы рады. Виннипед. Точнее, Верлипед. Так. Да почему ты меняешь мне, твою мать, этого зубата? Вот это меня уже, если честно, бесит начинает. Да, может, там из-за натур покемонов, но все же это уже бесит, если честно. Пожалуйста, Иви. 35-я Иви, замечательно. Ой, какой покехил. Так, быстренько домой. 75-ла-ла-ла-ла-ла-ла. О, там еще Басяндра. Мелт. Сейчас второго покемона мы будем прокачивать. Это Лайрон у нас идет, да? И плюс к тому, кого бы еще, кроме Лайрона? Точнее, после... Ну, после Лайрона там Сфила прокачаем или еще кого-то. Там уже, знаете, как-то... Ну, всех по очереди, можно и так сказать. Лурбол? Ларбол. Это еще не выросло, нет. Это у нас там кто? Я надеюсь, не в земле. А кто, ну, кто же еще нафиг, если не Диглет? Так, ну что, ребята, Глассиона мы выкладываем в компьютер уже. Все, мы его прокачали, мы его уже можем выкладывать. Ты что тут, чурка, забыла? В нашем доме. Так. Вот так. Быстренько. Так, Кирсти, Троф, я тебя, или Торф, или как там, и удаляю с блокнота. Так, ставим мы Глассиона и берем мы Маркроу. Вот сюда. Да иди ты в жопу, а. Iron Tilting, да. Так, и смотрите, уже и Лайрон 40 уровень. Вот как классно выглядит Маркроу в... Но он мелкий какой-то, ну ладно, в квикболе там слева, да, в баре вот он. Бар, так. Вроде вот так эволюционирует, да? Давайте сейчас посмотрим. Да! Новая эволюция, в принципе, вроде единственная, да? Поэтому я и поставил две первые эволюции в музей. Но сейчас сразу... Прокачаем, точнее, эволюционируем Маркроу, и потом прокачаем его к 35 уровню, что ли. Это какой? Сейчас он какой? Вроде 28, да? Ух ты! Хончкроу. Охренеть эти имена. То есть у него такая шапочка, да, прикольная. То есть какая-то, не знаю, ведьмовская шапочка была в первой эволюции, а во второй не знаю какая. Ну, в принципе, хрен его знает. Так, это у нас там кто? Шакал, он в земле, поэтому не хочу туда рыться. Так, ну что, ребята. Фух, дальше. В музей, точно. Новая эволюция, новый покемон. А, нет, новый покемон. Кого мы словили вообще? На? А, Нату. Минуту назад словили, я уже забыл. Класс. Знаете что? Точно. Раз мы сюда поставили Иви, значит, у нас тут освободилось место, я же убрал отсюда. То есть сейчас у нас тут еще есть пару местечек. Еда. Быстренько покушаем. Это сюда. Тогда тут у нас кто? Нату будет? Нату. Уху залагало. Ой. Он такой маленький, ни хрена себе. Ну ладно, кто он?
тут твою сейчас. Кто там дальше по счету идет? Дальше по счету у нас идет мисс нет. Сейчас, ребята, просто тут уже у меня такой, знаете, блокнот, тут уже не только имена, тут уже и координаты вот этих биомов и вот этого всего. Дальше у нас по счету идет да, Андрей Мозгоню. То есть я добавляю, да, я записал, может он уже не комментирует, хотя нет, если он в музее, значит он комментирует. Но все же, то есть через пару серий у нас очистка музея, если я замечу, что он не комментировал три серии подряд, то в принципе он и так вылетит, и на его место попадет какой-то новый подписчик. Поэтому, ребятам, продолжайте активно комментировать. Да твою мать, ну даже не посмотрел. Не успел, просто знаете, я летел, когда смотрел на босса, а как только заметил Шайни, уже было поздно. Ну да ладно. Вот так. Сейчас, в принципе, будем сразу и Лайрона эволюционировать, и вот этого Хонч Кроу. Охренеть, вот эти имена. А, ну, да ты ж твою ж кончилась, вот это. То есть Нату мы добавили, да? Сейчас еще вот это Хонч Крова добавим. И пойдем сразу же делать себе печки. Кирпичные, потом железные, так как я, в принципе, планировал вот это в предыдущей серии, сделать это в этой серии, да? Там еще босс. Ух, ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту, Хонч Кроу. Чё-то я неправильно, Хонч Кроу. Вот, Шайни. О, красавец. Дальше у нас по счету идет, по счету Федор Филиппов, да. Вот так, все. Так, я тебя еще удалю с блокнота. Вот так. Ребят, продолжаем активно комментировать, если вы хотите попасть в музей. Но если вы комментируете только для того, чтобы попасть в музей, то это, в принципе, нахрен не нужно. И ни мне, и ни вам, я так надеюсь. Я вижу людей, которые активно комментируют. Я, в принципе, говорю им большое спасибо. Это есть там пару девушек, есть там пару парней. Есть подписчики, которые даже слишком комментируют, даже слишком умничают, но это отдельная история. Да-да-да, чувак, если ты сейчас меня смотришь, то я это тебе, миссис, мистер Фу. Я надеюсь, ты догадался, ты уже прямо охренеть какой активный, то есть, ну ты там уже умничаешь слишком, как я понял. Это, в принципе, не предупреждение, но замечание. Так, тогда вот это, ой, вот сюда. И, в принципе, спасибо всем подписчикам, которые активно комментируют. Я их действительно вижу, я знаю, кто это такие. Есть там активные, есть нормально активные, есть, в принципе, не очень активные, но тоже нормально. А есть такие, знаете, как уже многие заметили, которые просто заходят, смотрят, как называется серия, комментируют. О, серия называется там 5 новых Иви или там 35 легенд в одной серии. То есть мы словили 35 легенд в одной серии. Хоть столько не существует, но все же много раз, знаете, подряд заспанилось. О, они зайдут. О, нихрена себе серия называется 35 легенд. И напишут комментарий. О, Эдисон, ты крут, ты словил 35 легенд в серии. О, круто. И все, и выйду, даже не посмотрев видео. А потом, после нескольких таких комментариев, знаешь, Они сразу пишут, ну что, я же комментирую, когда ты меня добавишь в музей. Это, если честно, еще более бесит, потому что ты и ненормально комментируешь, еще даже не дожидаешься своей очереди, чтобы попасть в музей. Я, в принципе, уже знаешь, уже спрашиваешь, ну когда ты меня добавишь в музей? Так, ладно. Клэр. Сколько там у нас еще осталось времени? Еще минут 7-8. Я надеюсь, мы успеем сделать печки, потому что я обещал, и в этой серии нужно их сделать. Сколько там у нас уже? Так, сначала, пока это все переваривается там, мы расчистим немного наш инвентарь. Что мы можем сюда выложить? Вот это и вот это, да? Ой, нет, вот это. Сюда мы можем выложить вот это и вот это. Сюда вот это. Вот так. Вот так. И вот так. И тут еще вот так. Вроде все. О, босс, кто? Диглет нафиг, Шакал, но еще лучше. Еще один новый покемон, который спавнится в земле, и который только он спавнится. В смысле, только эти боссы. Раньше были диглеты, да, куча диглетов спавнилась босс. Сейчас вот эти шаклы и диглеты. Так. Это заберем. Сколько нам там нужно? 1, 2, 3. А нам нужно... 1, 2, 3, 4... Ну, 8 нам нужно, то есть...
Фиг его знает. Короче, нам нужно вроде 16 штук, что ли. Потому что по центру... Да, по центру уже стоит обычная печка, точно. Вот это я и забыл. Так, ладно, ребят, сейчас мы быстренько вот это все сделаем. 4. Вот так. Еще. Вот это, да. А я не пошел нафиг за тентакулами, чтобы краситель добыть. Но сейчас мы еще, может, успеем даже пойти. Так, это еще сюда. Место, чтобы не занимало, да. Вот так. Быстренько мы это все сделаем. Еще 3 штуки, да. А знаете что? Знаете что, ребят, я еще хотел сделать? Вот. Где вот эта хренотень? Где она? Как раз мы добыли себе глину, мы сможем себе сделать подставки. Только... Да, вроде вот это, ага. Шелф. А как обычно и делается? В принципе, да. Ага, вот так и вот так. Как раз у нас есть парочка штук. Вот так. А, точно, не там же, а вот тут. Так. Тут давайте сделаем себе 1, 2, 3, 4, вот так, 1, 2, 3, 4, и вот так, да, 8, а, ну 2 штуки сделали сразу, но норм, так, это тогда сюда, это сюда, куда бы еще вот это поставить, может сюда, тут, может сюда, еще 4 штучки остались. Куда бы, ребята, как думаете? Может сюда, допустим? А вот это убрать и куда-то поменять местами. И еще... Ну, давайте еще где-то на втором этаже. Вот тут фиг его знает. Тут у нас, наверное, и места не будет. Может вот тут? А еще одну тогда? Нет, вот смотрите, может... Может... Где-то, хотя тут будет мешать, если мы будем так подниматься, тут будет мешать нам подниматься. Поэтому, наверное, мы это поставим в нашей комнате. Куда-то... Ну, фиг его знает. Сюда пока что, допустим, потом, если что, поменяем. Так, ну что? Сколько там у нас уже пережарилось? Сколько нам нужно... 11, ага, нам нужно 16, да, чтобы сразу 2 сделать. Вроде да. Тогда давайте, в принципе, вот это уже сразу заберем. Пускай пока что вот это там жарится. Переделывает, точнее, да. А мы уже сделаем с первой. Вот так. Давайте сразу посмотрим. Как, сразу посмотрим, как она жарит. Пережаривает. Тогда вот это и сразу вот это. Ну, да, намного быстрее, согласен. Согласен. Тогда давайте сразу же сделаем железную. А железная на сколько? Опа. И опа. Ну понятно, что железная еще быстрее. Это круто. Это круто. Так. Теперь, ребята, мы еще вторую успеем сделать. Нам еще 3 штучки, да, нужно? Смотрите. Брут. У нас уголь заканчивается. Ребята, как ни крутите, но нам нужно будет потом и так пойти в шахту. Не сейчас, тогда позже. В принципе, действительно нам это нужно потом будет. Уголь уже заканчивается. Тут уже нету практически. Давайте вот это возьмем. Вот так. И вот это сюда поставим. И вот это сюда поставим, да? И быстренько сделаем. Вот так. Еще одну, да? Вот так. Все. Сейчас у нас... А, что я делаю? Вот так. Ага, и сейчас сделаем печку сразу же себе вот такую, сразу железную. Вот так, отлично. Класс, это сделали. А знаете что, хотя крылья сейчас я не хочу делать, потом сделаем. И нужно вообще посмотреть, хватает ли у нас ресурсов. Давайте еще подождем, пока вот эти 3 штуки пережарятся, чтобы поставить сразу. Так, и кирку еще потом нужно будет зачарить, но это потом, потому что сейчас... У нас нету достаточно вот этого. Да, в принципе, опыт есть, да, но нету блоков, нету книжных полок. Вот так. Фу, ну что, ребята, топаем мы в океан, потому что я хочу убить пару тентакулов. А я хотел вот сюда, да, пойти, где-то вот сюда, допустим, минус 2400, минус
минус 2400, 75 минус 2000, хрен его знает, 800 там было. 1600, да? Да, в принципе, можно и тут, но все же. Да. Нахрен вот эта фигня. Ребята, смотрим. Бананчики, пожалуйста, подскажите. Если вы заметите бананчики или ананасы на деревьях, прямо орите сразу. Эдисон, ты пропустил бананы. Возвращайся туда, туда и туда. Потому что я сейчас не вижу. Кто-то писал мне, что они на пляже спавнятся. Но может они не в этих деревьях спавнятся. Может где-то в других. Тентакул. Вот как раз. Я и хочу для того, чтобы сделать себе красители. Так. Да убей ты его. Ты убьешь его, нет? Замечательно. Так, еще вот вас быстренько. Я надеюсь, быстренько. Мы уже второй раз вроде идем за красителями. Можно было все в первый раз добыть. А знаете что, давайте может еще даже фусту поищем. Хотя без ночного зрения, без этого всего это будет сложно. Так. Вот эти жопочники нам и нужны. Там как раз много опыта дает, а мы их давно не встречали. Ребят, вы что-то видите? Какой-то фосил? Я, если честно, нет. Я босса вижу, но фосила... Ну ладно, за фосилом мы, если что, потом вернемся. Это кто у нас тут плывет такой наглый? Где вообще? Ага, вижу. Ай, ай, ай. Да ну нахрен, это вообще нереально словить. Точнее, попасть. О, отлично. И... еще раз. Ага, таймербол. Хотя как, не взлетаем, потому что у нас уже кончилось вот это. Офигеть, смотри, сколько у нас жизни осталось. Ну там еще тентакулы, но в принципе, мне кажется, уже даже этого хватит. Возвращаемся, наверное. Шелдер, ну, тебя можно словить, но сейчас не хочу. Фух, а это уже ночь. Так, а на пляже спавнится вот это, да? Суйкун спавнится на пляже. Так как мне говорили, в принципе. Да, в принципе, это и так и понятно, да, что он спавнится на пляже. Но и сама суть то, что многие мне говорили. Так, знаете, куда еще можно пойти? Просто хочу посмотреть на берегу, что где спавнится. Допустим, вот сюда. Так, ну вот, мы сюда тпхнулись. Хотя я вроде туда же тпхнулся. А, нет. Минус 2000, минус 3300. Да ладно, ребята, пофиг, уже, в принципе, если честно, нужно заканчивать серию, уже она долго длится. А нужно это сделать, сколько у нас тут получится? 1, 2, 3, 4, ну, в принципе, 6 штучек, мне кажется, хватит, ну, потом посмотрим, если что. Ребята, все-таки, на этом давайте уже заканчивать эту серию. И я надеюсь, она вам понравилась, я надеюсь, что вы поставите лайк, потому что ваша поддержка... для меня очень важна, и также, кто активно комментирует, тоже хочу сказать вам спасибо, я действительно вас всех ценю и уважаю, и люблю за то, что вы комментируете и, в принципе, меня поддерживаете, кто это делает, да? На этом, ребята, мы заканчиваем, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, всем за просмотр, всем удачи и всем Грудоша, пожалуйста, заспамьте под конец серии, пожалуйста. Пожалуйста, Грудоша, заспамьте. Ладно, так. Не дадут нам серию закончить. Ладно, еще вот этого Басяндра убьем быстренько и все заканчиваем. Быстро. Так. И вот так. Все, ребят, на этом заканчиваем. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.